Как лекарственные растения, лекарственные травы помогают в такой проблеме, как антибиотикорезистентность? Дело в том, что вот эта устойчивость к антибиотикам бактерий – это проблема очень существенная. Сейчас появляется суперинфекция, то есть такие бактерии, которые абсолютно не чувствительны никаким антибиотикам. И поэтому это некий тупик, да, через который синтетическая фармакология должна как-то переступить. В чем же конкретная польза лекарственных трав? Польза состоит в том, что в каждом растении сорванном постоянно меняющийся спектр действующих биологически активных веществ. То есть каждое растение, оно не одинаковое. И так как этот спектр противовоспалительных антибактериальных веществ, он каждый раз разный, то бактерии и даже вирусы, они не успевают передать вот эту информацию об устойчивости. Они это передают с плазмидами, у них там целая система есть для передачи такой информации. Они не успевают адаптироваться, приспособиться, передать эту информацию. И поэтому лекарственные травы дают фору и дают большое преимущество перед синтетикой из-за вот такого свойства. И еще одно главное преимущество лекарственных трав для оказания антибактериального антибиотического действия – это длительность применения. Все-таки антибиотики – это максимум 5-7 дней. Больше уже нецелесообразно применять, больше уже возникает тяжелое осложнение. А лекарственные травы, в среднем их прием занимает 2 месяца. Более того, лекарственные травы можно комбинировать с собой в сборах, и тогда их действие значительно усиливается. Необходимо сказать, что и современная фармакология, она берет новые синтетические препараты с антибактериальным действием на основании растений. Так всегда было и так всегда будет. Также часто приходится встречать фразу «растения с эффектом антибиотиков». Это отчасти лишь правда, потому что у лекарственных трав есть два важных свойства – бактериостатическое и бактерицидное. Конечно, вот сравниться напрямую с антибактериальным действием синтетических препаратов любому лекарственному растению невозможно. Но все равно лекарственные травы выигрывают по длительности применения.